Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как работать с ключами формы, по-другому шейпами. Шейпы нужны для того, чтобы придать объекту необходимую форму при помощи каркасной сетки, и это мы сможем санимировать. Для этого кликаем здесь, и вот мы видим шейпы. Добавляем один ключ. Заходим в Edit Mode. Наводим на значение ключа. И нажимаем I. И вот мы видим, добавился один ключ. Переходим на 20 кадр. Меняем это значение. Изменяем форму нашего объекта. Ну, например, выделяем и нажимаем I. И видим, добавился второй ключ. Включаем анимацию. И вот мы видим, происходит искажение нашего объекта за счет шейпов. Спасибо всем, кто досмотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь, смотрите следующие уроки.